Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Супер-Рэш Ченел. Сегодня я снова буду проходить на Жить до рассвета, но в этот раз на худшую концовку. В этом прохождении я буду делать все наперекосяк, специально, чтобы искать разные действия. Так что все персонажи довольно эпично погибнут. И кстати, если кто не знал, некоторые рейки могут проявлять диалоги немного. Так что вообще ничего собирать не буду. Ну короче, всем приятного просмотра. Поехали. Ты правда на это решилась? А вам не кажется, что это слишком жестоко? Да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? С какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Майк? Это Ханна. Ханна? Эй, кто это там? Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Ты даешь. Да, братец, ты, как всегда, отличился. О, Господи. Ну, что там опять с нашей наивной сестренкой? Твоя записка? Рад, что ты пришла. То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. О, Господи, она раздевается. Что? Господи Боже! Мэтт? Что вы здесь делаете? Ханна,
Прости, Ханна. Нет, стой. Нехорошо вышло. Просто такая глупая шутка. О, черт. Вот вы подонки. Вы все. Ханна! Ребят, там кто-то ходит. Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бет. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. О, черт! Замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. Ханна? Ханна! Черт! Нет!
Прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными. Даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Ладно. Начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Хорошо. Главное, честно. Так что же все-таки приводит тебя в трепет? Если это что-то, чего на картинке нет, почему же ты так нервничаешь? Может, в доме что-то есть? То есть в доме есть нечто. Оно живое? Ясно. А это человек или, может быть, есть еще другой страх? О котором нам надо поговорить. Ты это серьезно? Наше время истекло. Я прошу тебя подумать об этом не человеке, который скрывается внутри дома. В другой раз мы разберемся с этим. What is this that I can see with eyes?
Сегодня годовщина ужасной трагедии, разыгравшейся на горе Вашингтон. Риф Энни Клайн вела расследование. Спасибо, что позвали. Скажите, удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. Убийство? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтона. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. Болезнуем этой семье. Сыну Джошу спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так, ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер, ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Да! Проехали. Ой.
Привет, малышка. Есть хочешь? А? Красотка. Класс. Сумка есть, а где сам? Ты же не в сумке! Ну-ка, что тут у нас? Ага, какие люди! Здорово! Крис! Извини, ты моя секретарша? А, он звонил. Ну-ну. Спасибо, дальше я как-нибудь сам. О, кстати, я нашел кое-что любопытное. Что? Не скажу, сама увидишь. Идем сюда. А куда? Тут близко, ты обалдеешь. Та-да! Круто, а? Да! Ты смотри, какая прелесть! Прелесть? Тут не совсем подходящее слово. Зачем это здесь? В смысле? А нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? Слушай, а ты знакома с отцом Джоша? Ну да. Ну, он типа большой охотник. Попробуешь? Давай лучше ты какой. Ладно, начнем. Молодец, ковбой. Вот так, готов. Так будет с каждым. Не спеши задирать нос, просто новичкам всегда везет. Везение тут ни при чем. Ну, попасть в большую бутылку с такого расстояния может кто угодно. Яблочко! Ты что, придурок? Зачем ты это сделал? Ты что, совсем обалдел? А что? Она же только что дышала и была живая! Ой, да брось ты! Белки как крысы, только пушистые. Как ты мог взять и убить ее? Господи, что с ней? Прогони ее! Ты как? Ты живая? Какое все-таки стрёмное местечко.
Эй, смотри, а вот и фуникулер. Прокатимся? Класс! К нам явится самый опасный преступник страны? Кто-то явно так и думал. Да брось, большую часть года здесь никого нет. Полная тишина. Странно. Заперто. Да. Джош просил держать ее на замке, чтоб никто не влез. В смысле? Кто не влез? Не знаю. Говорит, туда вроде бродяги забирались. Пипец. После вас. Какой джентльмен. Я думала, вагончик ближе. Ну, подождем. Теперь мне хоть понятно твое желание убить время на стрельбище. А сколько его ждать-то? Ну, гора высокая. Да. Днем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Книжку издашь? Что? Стихи свои. Спящий великан Блэквудского леса. Ой, помолчал бы. А? Наконец-то идешь? Ну, вообще-то я хотел остаться здесь и вздремнуть, но ладно. Как на выпускной едем? Поехали! Ура! Приключение! Ой, надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед, а там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем, вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну или вообще с кем-то другим. Бум. Эффект бабочки. Я не понимаю, в чем тут прикол. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить?
Пожалуйста. Охренеть! Я думал, нам конец. Еще 10 минут, и я бы начал грызть свою ногу. Ой, фу, Крис. У меня на костях много мяса. Там сплошные мышцы. Да, точно. Ага. Эй! Крис! Я следую урокам, Сэм. Тайные мысли других для меня всего лишь источник развлечений. Не будь свиньей. Вот это да! Вы посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. Крис. И что же такого страстно-эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Дай сюда, придурок. Пусть народ узнает правду. Ах, вот болван. А может, любопытным кумушкам не нужно совать в чужие дела свой нос? Ну, я стараюсь не совать, обычно. Да ладно, Джесс, расскажи нам. Мы умеем хранить секреты. Неважно. Рано или поздно узнаете. Ладно, ладно, нам уже пора идти к дому. Мне надоела вся эта природа и рухнуть. Да, вы идите, а я немного подожду здесь. Вдруг кто-то еще приедет. То есть Майк? Что? В общем, ну, кто-нибудь. Ага. Сэм? Как тебе вид? Просто с ума сойти. Иногда хочется просто стоять и смотреть. Не понимаю, почему было не построить дом поближе к фуникулеру? Вряд ли тут он смотрелся бы так же красиво. И где носильщик, когда он так нужен? Меня трясет. Почти дошли. Я к тому, что немного страшно. А, да. Мы снова соберемся здесь, все вместе. То есть, ты думаешь... Господи! Ребята! Майкл! Чума, вы бы сейчас себя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась? Класс! Майкл, ты свинья. Да ладно. Мы же друзья, правда? Зачем ссориться? Это безобидная шутка. Мы же в лесу, в зловещем лесу. Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся? Серьезно? Ну ты кретин. Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. К тебе не подъедешь. Майкл, ты отвали. Эмили и я, мы сейчас вместе, и так оно и будет. Второй раз повторять не буду. Ты меня понял? Я-то надеялся, мы это забудем. Ну, раз так, как скажешь. Майк. Нет, 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 все отлично. Я пойду вниз по дороге и обещаю больше не валять дурака. Мир. Вроде он понял. В роли альфа-самца ты очень привлекателен. А, черт. Что? А, ты не мог бы отнести это наверх? Сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно, Мэтт, пожалуйста. Эм, я думаю, тебе совершенно ни к чему ходить тут одной. Серьезно? Холодно и уже темнеет. А ты собрался укрыть меня от темноты? Я оставлю вещи здесь и пойду с тобой. Их никто не украдет. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на 5 минут? Ты так плохо обо мне думаешь? Ты не так поняла. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, Эм, я просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно?
Что ж, ладно, как скажешь. Спасибо. Я встречу Сэм и сразу приду. Да, хорошо. Ничего себе. Готовы снова подружиться. И даже больше, чем подружиться. А разругались-то с треском и фанфарами. О, господи! Мэтт! Эй, оу, извини. Извини, я не хотел тебя напугать. Ну ты даешь, ну, Мэтт! В смысле, я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но типа не так вот сильно. Дурак, вот дурак! Слушай, Эшли, ну извини меня, пожалуйста. Ладно, ничего, ничего. Ну что там? Есть за кем подглядывать? Это... Дай-ка гляну. Это... Ну вот, пожалуйста, можешь полюбоваться. А? Ну, ни хрена ж себе! Вот так вот, Эмили. Что за фигня? Да это же ничего не значит. Не значит, ты думаешь? Ну, для правда. Эмили все ничего не значит. Так ведь? Я не знаю. Вот ведь. Мэтт. Выходи с поднятыми руками, ты окружена. Ну что я могу поделать? Что остается нежной юной мятежнице? Только сдаться сильному военному, который пришел взять меня под стражу. Трехочковый. Да ладно, Джесс. Джессика! Где же ты прячешься, моя девочка-синичка? Яблочко! Хей! Эй! Ау! Эй, Майк! Ну да, подловила меня. Ладно, хорошо. От меня не спрячешься, Майкл. Я тебя знаю как облупленного. О, нет! Черт, Джесс! Что ты наделала? Вижу, вижу. Бедная птичка, бедная маленькая печушка. Джесс, ледяное сердце. Но я же не нарочно. Боже мой. Майкл? Победа. Все, моя взяла. Значит, твоя взяла? Ну, может и нет. А откуда такое сомнение в голосе? Так, понял. Так-так, значит, ты признаешь поражение? Вы достойный противник, снежная королева Джессика. Скоро узнаешь, какая я снежная. Миледи? Какой-то... Джесс, берегись!
О, Господи! Да это просто жесть! Да, хорошо, что со мной телохранитель. Ну? Телохранитель по вызову. А ты остроумная. Ладно, пошли уже к дому, красавчик. Добрый день. И как мы себя чувствуем? В прошлый раз мы лишь нащупали зацепку. Теперь нужен подробный анализ. Давай-ка копнем поглубже. На сей раз мы попытаемся отыскать корень твоих волнений. Возьми в руки книгу, полистай. Ты увидишь там картинки и символы. Пожалуйста, ответь мне, какая картинка в каждой группе вызывает у тебя беспокойство? Я тебя напугал, прости. Ты вообще молодец. Не нервничай. Старайся отвечать быстро. Чем меньше ты раздумываешь, тем правдивее ответ. И тем большего эффекта мы с тобой сможем добиться. Очень любопытно. Ты так стараешься? Спасибо. Тараканы, клоуны, потроха. Вот так комбинация тянет на хорошую вечеринку. К сожалению, наш сеанс подошел к концу. Ну ничего, мы скоро увидимся.
не только друзьям. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.